Глава 8. Пылающее небо. Через час на холме близ Долорана. Магический круг приготовлен в точности по твоим указаниям. Ты готов начать обряд? Почти. Я уже дочитываю. Это просто невероятно. Автор знает о демонах практически все. Я подозреваю, что он был гораздо сильнее, чем думали его современники. Его силы не хватило даже на то, чтобы избежать смерти. Вот что главное. Достаточно того, что сегодня мы завершим начатую им работу. Приступай. Ну что ж, дорогие друзья, всем снова приветушки, с вами Касида и Дезертир, и мы начинаем продолжать. Где прольется моя кровь? Я не знаю, где прольется, конечно, кровь, но нападать на нас сейчас будет исполню очень жестко. Исполню с радостью. Поэтому ваша воля исполнится. Мы точно делаем вот так. Замерзула. Как минимум. Исполню с радостью. Здесь будет наша основная база. Так, в принципе, вот эту хренотень можно занять. Лорд Артес, наши разведчики обнаружили склад гоблинских мин. Великолепно! Мы найдем им достойное применение. Действительно, отлично. Чего желает мой повелитель? Я сразу отправлю сюда поставить еще один рудник. Пока у нас 30% расхода, пусть люди добывают. Говори, вот что у нас глупец. По Артесу? Живые наступают. Вот здесь вот. Живые уже начали свое наступление. А войск-то у меня, по сути, и нету, правильно? Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Ну что еще? Постройка завершена. Постройка завершена. Никто постройка не смеет завершена. Мне приказать. Я жажду служить. Склоняюсь перед вашей волей. Надо, кстати, на них сразу сделать так, чтобы была защита. Войска, я думаю, вот эти я особо трогать не буду. Мертвые служат тебе. Пока будем ну, отбиваться Артесом. Вот скорее всего, второе лучше. Нападение будет сверху. Улучшаем все дело наверху. Нужна древесина. Чего нет, того нет, сорян. Постройка завершена. Так. Никто не смеет мне приказывать. Разведаем по-быстрому Артес и посмотрим, что здесь. Обряд продлится 30 минут, нам вот надо все это время продержаться. Полегче. Ну что еще? Ну хотя ладно, пусть ты будешь здесь. Ждут. Вы, наверное, прогуляетесь вот с Артесом, посмотрите, что здесь вообще наконец-то есть. Наконец-то! Постройка завершена. Чего желает мой повелитель? Говори, глупец. Найдем ли мы действительно какой-нибудь... Постройка завершена. Защищать Кел'Тузеда любой ценой. Обряд не должен прерваться. Никто не смеет мне приказывать. Вот, на нас нападают опять. Фростморн жаждет крови. Значит, Лани где-то ждут. Вот здесь вот есть альянс. Окей. Во славу плети. Наконец-то! Жизнь замерзула. Исполню с радостью. Дела не ждут. Постройка завершена. Да свершится предначертанное. Дела не ждут. Полегче! Пойдем вот проверять, что лучше. Здесь у нас есть. Здесь, кстати, плети. Еще что-то тоже есть. Фростморн жаждет крови. Сначала тогда сюда. А, быстро, насколько это возможно, делаем, кстати, улучшение наземным юнитам. В основном говори, атаку. Говори, глупец. Во славу плети. Живые наступают. Фростморн жаждет крови.
Постройка завершена. Постройка Правда, завершена. Я немного криво это сделал, но ладно. Чего ж теперь? Склоняюсь перед вашей волей. Так. Полегче. Что у нас? Постройка завершена. Ну да, здесь альянс, вот эту хрень мы фиг снесем. Постройка завершена. Ну что еще? Вот так-то лучше. Никто не смеет мне приказывать. Исследование завершено. Ну что еще? Постройка завершена. Постройка завершена. Так, камень мы, конечно, возьмем. Давайте мы с вами разложим пару мин. Наконец-то. Здесь, например. Вот так-то лучше. Раз, два, три. Наконец-то. Отлично, берем еще одну. Живые наступают. Небеса озаряют пламя легиона. Барьер между мирами ослабевает. Легион послал нам на помощь адских гончих. Они в твоем распоряжении, рыцарь. Отлично, с адскими гончими все будет еще круче. Во славу плети! Наконец-то! Куда? Вот так-то лучше. Наконец-то. Не знаю, правда, насколько у него там хватит. Постройка завершена. Постройка завершена. Вот так-то лучше. Наконец-то. Где у нас татарский гончий? Какова воля тени? Да. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. С татарскими гончими мы будем диктаторы. Фростморн жаждет крови. На нас напали. Так, здесь отличная добыча. Где-то вот здесь на нас напали, они наши мины как раз дефьюзят. Сейчас мы им помешаем это нормально сделать. Вот так-то лучше. Во славу плети. Фростморн жаждет крови. А, я понял, у нас не изучено кое-что важное. Вот так вот. Я так, и надо построить служить. Еще, кстати... Где он тут еще одно кладбище? Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Исследование завершено. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Так, пока деньги есть, надо тратить. Исполню с радостью. Так. Исследование завершено. Живые наступают. Полегче. Ну что еще? Полегче. Давайте отскими гончими. Постройка завершена. Постройка завершена. Они не убили хила, вот поэтому решили не хилить, я понял. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то! Они мне там грохнули хила. Постройка завершена. Дела не ждут.
Давайте улучшать сразу третье, если там есть, но, по-моему, там не будет третьего. Исследование да. завершено. Нужна темная цитадель для третьей. Говори, глупец. Не успел допостроить. Чего желает мой повелитель? Этот нехиль, замечательно. Да свершится предначертанное. Ну, короче, дохилит, построит. Полегче! Я думаю, не прогуляться ли сейчас мне. Вот так-то лучше. Во славу плети. Наконец-то! Живые наступают. Во славу плети. Почему они все его убьют? Так-то лучше. Тройка завершена. Жизнь живые наступают. Говори, исследование глупец. Завершено. Наконец-то! Куда они вообще идут? А, вот послал нам на помощь адских гончих. Они в твоем распоряжении, рыцарь. Я жду. Еще адские гончие. Говори, глупец. Так, а почему я выделяю мины? Ладно. Ну что еще? Постройка завершена. Полегче. Опа-по. А вы вообще охренели, я смотрю. Что-то как-то провафлял этот момент. Никто не смеет мне приказывать. Во славу плети. Ты узнаешь, что такое боль. За короля мертвых. Не, ну здание-то у меня походу снесет. Завершено. Скотина. Фростморн жаждет крови. Ну что еще? Так, ясно, здесь тоже надо строить защиту. Значит, этим сейчас и займемся. Чего желает мой повелитель? Чего желает твой повелитель? Построить вот такую вот тринатень. Ваша воля исполнится. С этой стороны на нас вот отсюда не заходили. Что у нас здесь? Здесь... Чисто в теории здесь выживут. Здесь чисто в теории тоже отобьются. Во славу плети! Вот так-то лучше! Во славу плети! На нас напали! Вот так-то лучше! Исследование завершено! Коцаные, конечно, что жесть. Фростморн жаждет крови. И не надейся на быструю смерть. На нас напали. Наконец-то. Живые выступают. Постройка завершена. Так, ладно, я понял, здесь хорошо сдохну. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Жизнь замерзула. Где прольется моя кровь? Чего живые выступают, повелитель? Я жажду служить. Да свершится предначертанное. Ну что еще? Наконец-то! Живые наступают. Фростморн жаждет крови. Говори, глупец. Так. Еще вот половину времени подбиваемся. Давайте мы с вами понастроим горгулик. Прям то, что там сюда. Где прольется моя кровь? Жизнь замерзула. Исполню с радостью. Я жажду служить. На нас напали. Говори, глупец. Постройка завершена. Полегче. Ух ты, ух ты, ух ты. Фростморн жаждет крови. Во славу плети. Вот так-то лучше. Наконец-то. Склоняюсь перед вашей волей. Ну что еще? Твоя душа принадлежит мне. Не успел. Ну и ладно. Постройка,
постройка завершает, склоняюсь перед вашей волей. Да свершится предначертанное. Полегче. Так. В этот же отряд запишем горгульку. Мертвые служат вот тебе. Вот так-то лучше. Да, на центре. Смотрим, что у нас здесь есть. Продвижаем усиливать моих юнитов. Нужна древесина. Ну сорян, древесины нету. Ее очень мало добывается. Добывает ее всего один черт. Хотя надо это дело исправить. Стройка завершена. Наверное, сначала живые построим улучшение, потому что быстрее будет перемещаться. Послал нам на помощь адских гончих. Они в твоем распоряжении, рыцарь. Фростморн жаждет крови. На нас тут нападают. Говори, глупец. В принципе, здесь все неплохо более-менее отбивает. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Чего желает мой повелитель? Ну что еще? Вот так-то лучше. Где прольется моя кровь? Исследование завершено. Нужна древесина. Да иду. Постройка завершена. Исследование завершено. Сколько там 150 древесин нужно, да? Полегче. Ох ты, ох ты. Во славу, блядь. Какие вы хитрожопые. Вот так-то лучше. Исследование завершено. Наконец-то. Ну-ка вниз. Вот так-то лучше. Отлично. Бежим обратно отсюда. Жаждет крови. Отсюда, кстати, посылаем, наверное, еще одного послушника. Золото у нас добывается в основном у Цеты, я понял. Ну да ладно. Здесь не хватает. Живые наступают. Никто не смеет мне приказывать. О, не зря их сюда приместил. Наконец-то. Дела не ждут. Вот так-то лучше. Во славу плети. Фростморн жаждет крови. Во славу плети. Полегче. Я думаю, с такого количества нам хватит. Теперь на Артеса мы посылаем Чапар Гаргуль. Ну что еще? В принципе, более или менее. Говори, глупец. Тебе. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Осталось 12 минут просидеть. Жизнь за Нерзула. Давайте поставим сюда некрополь, пусть он отбивается, если что. Ждут. Он хоть и дорогой, но... Золото у нас больше, полегче, чем дерево. Так, смотрим, интересно, откуда они сейчас нападут. Склоняюсь перед вашей волей. Чего желает мой повелитель? Жизнь за Нерзула. Где прольется моя кровь? Mm-hmm. Сейчас посмотрим, откуда на нас нападать будут. Это будет вопрос, конечно. Но надеюсь, что особо нас никто трогать не будет. Слушай, нужна древесина. Да. С древесиной у меня определенно траблы. Исследование завершено. Сейчас принесут. Отлично. Никто не смеет мне приказывать. Так. Отсюда на нас будет нападать. Ну что еще? Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. В принципе, все окей. Наконец-то. Должны ли изи вообще отбиться? Плети.
Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Все, наконец-то. Вообще выступают. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Так вот проведем. Чтобы они били еще его, потому что он основной урон башне наносит. Во славу плети! Фростморн жаждет крови. Козненько. Вот так-то лучше. Ей башни подхилят. Наконец-то! Надеюсь, что с центра наступать не будут. Я жажду служить. Но если будет, давайте построим еще. Ваша воля исполнится. Вот так вот зиккурат. Исполню так, с зиккурат. Радостью. Исследование завершено. Да свершится исследование предначертанное. Постройка завершена. О. Нам на помощь пришли могучие духи огня. Веди их в бой, рыцарь. Мертвые ждут. Так. Ну, тут скорее мы даже не гонщик. Наверное, вот так вот сделаем. Вот эти, ну, как что мы выделяем. На нас никто напали. Не смеет мне приказывать. Да, во славу плети. А все остальные просто слетят за тобой. Наконец-то. Вот так-то лучше. Наконец-то. Постройка вот завершена. Лучше. Здесь ребята мне завершена. Уже вот помогут лучше. Отбиться от чего угодно. Постройка завершена. Говори, глупец. Что мне делать? Полегче. Во славу плети. Жду. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Вот основной отряд вот будет такой. Так-то лучше. Остальных через преследование просто отправляем. Так будет проще. Жизнь за Нерзула. Никто не смеет мне приказывать. Исследование завершено. Отлично, исследование завершено. Все, мы улучшили максимум, что могли. Здесь мы ставим вот так. Вас мы тоже посылаем за Алтасом. Живые наступают. Никто не смеет мне приказывать. Во славу плети. Живые наступают. Постройка завершена. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Я жажду служить. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Наш золотой склоняюсь перед вашей волей. Да, повелитель. Жизнь за Нерзула. Так, здесь одного убили, да? Надо восстанавливать. Говори, глупец. Ну расходы что на еще? Армию увеличиваются, наконец-то. Как обычно. Но опять ставим на центре, в принципе. Я думаю, что выживем. Последние там 7 минут осталось. Дела не очень ждут. Долго. Ба-па-па-пам. Дерева мне, в принципе, хватает. Перед вашей волей. Плюс-минус. Любимый наземным и воздушным. Да, вот улучшаем вот эту фигню. Дабы она могла вести огонь. Жизнь за Нерзула. Ваша воля исполнится. Живые так, наступают. Так, вот это надо быстренько уничтожить. Потому что эти в такой большой компании мне точно сейчас несут. Фростморн жаждет крови. Постройка завершена. Фростморн!
Вот мразь. Так-то лучше. Они мне снесли такие здания. Да свершится предначертанное. Чё, надо здесь? Здесь быстренько ставим еще одну. Ну что еще? Во славу блеси. На центр, сейчас у нас отсюда попрутся. Наконец-то! Я буду твоими глазами. Так. Постройка завершена. Кто-нибудь здесь пролетел ко мне? Надеюсь. Чего желает? Я жажду служить. Чего желает мой повелитель? Постройка завершилась, отлично. Я жажду служить. Они все выхиляют. Никто не смеет мне приказать. Вот они нападают. Завершена. Во славу плети. Вот так-то лучше. О, у них тут двоечки. Наконец-то. Вот так-то лучше. Золотой рудник обрушился. Фростморн жаждет крови. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Наконец-то. Выводим тогда армию вот сюда. А, мне нужно еще два. Жизнь я жажду служить. Исполню с радостью. Тут их и того больше. Так, да, раз. Повелитель. Два. Исполню три. С радостью. Не-не, просто тогда, знаете, как, наверное, давайте да раз. Да свершится предначертанное. Два, три, четыре. Склоняюсь перед вашей волей. Да, они там ходить смогут, по идее. Ну что еще? Говори, глупец. На нас напали. Никто не смеет мне приказывать. Чего желает мой повелитель? Склоняюсь перед вашей волей. Вот так-то лучше. Во славу плети. Постройка завершена. Постройка завершена. Наконец-то. Постройка завершена. Так, осталось 3 минуты. Фростморн жаждет крови. Сейчас будет нападать и сверху, и снизу. Постройка завершена. Постройка завершена. Говори, глупец. Наконец-то. Жизнь за Нерзула. Ты увидишь все. Посмотрим. Так. Я буду твоими глазами. Здесь постройка завершена. Еще... Что ты хочешь увидеть? Контролить вот тут. Постройка завершена. Вот они накрыли. Окей. Во славу плети. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Ты узнаешь, что такое бой. Идет сверху на меня наступление. Давайте добиваем быстро вот эту фигню. Идем быстро наверх. Вот здесь. Фростморн жаждет крови. Где прольется моя кровь? Я жажду служить. Говори, глупец. Быстро, быстро, быстро. Наконец-то. Во славу плети. Наконец-то. Ну, почти расконтролил. Перед вашей волей. Ну что еще? Да, получается, отсюда атака пойдет. Да, вот она. Во славу плети. Вот она. Наконец-то. И сверху, с героем. Во славу плети. Отходим. Наконец-то. Держитесь. Мы должны защитить Кал'Тузеда. Час победы близок. Во
Славу плену! Понадеемся, что здесь его растащит. Живые наступают. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Вот так-то лучше. Живые наступают. Наконец-то. Постройка завершена. На нас напали. Ах, вот эта жесткая армия летит. Живые наступают. Во славу плети. Как же его хилит-то, боженьки мои. Росморн жаждет крови. Во славу плети. Вот так-то лучше. Живые наступают. Наконец-то. Нас напали. Во славу плети. Приди, лорд Архимонд. Приди в этот мир и позволь нам насладиться огнем твоей силы. Трепещите, смертные! Зло пришло в этот мир. Ты хорошо поработал. Мой план осуществился. Лорд Архимонд, все готово. Хорошо, Тикондрус. Король мертвых нам больше не нужен. Отныне ты будешь командовать армией плети. Как вы желаете, господин. Скоро я начну вторжение. Но для начала нужно преподать урок этим жалким колдунам. Я сожгу их город дотла. И о нем не останется даже воспоминаний. Они что, шутят? Что будет с нами? Терпение, молодой рыцарь. Король предвидел и это. Ты еще сыграешь свою роль в его великом плане. Для мира смертных настал час рока. Он уничтожит всех, у кого хватило дерзости посягнуть на наш огонь. Безрассудство и тщеславие — вот основа их жизни. Теперь их уничтожит то самое пламя. Повелителями которого они себя так долго мнили. Пусть голос Рока разносится по этим землям и сеет ужас среди живых. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Костя Дезертир. Всем пока и удачи!